Здравствуйте, на канале БУК ТВ «Большие вечерние новости», в студии Виктория Нечаева. Будни позади, самое время узнать о ключевых событиях недели. Авторы репортажей расскажут о том, что волновало жителей областного центра в эти 7 дней, какие решения были приняты, какие инициативы были начаты. Коротко о главном. Новоселье в Брестской областной больнице. После масштабного ремонта состоялось открытие отделения травматологии и ортопедии. Раз, два, три, елочка, гори. Отсчет времени до Нового года в Бресте объявлен официально. На двух главных елках двух крупных районов зажглись праздничные гирлянды. Этот волшебный праздник для особенных малышей объединяет людей с добрыми помыслами и щедрой душой. Главы двух администраций города совместно с представителями предприятий навестили воспитанников коррекционно-развивающих учреждений районов и подарили подарки. Команда «Продом» – бронзовый призер чемпионата Республики Беларусь по пляжному футболу. В зале Олимпийской славы областного центра поддержки спорта прошло чествование команды. Прямо сейчас об этом и не только. В этом году врачи Брестской областной больницы оказали помощь порядка 30 тысячам пациентов. Провели более 15 тысяч операций, 37 пересадок почек и 2 трансплантации печени. Хирургическая активность поднялась практически до 80%. В течение 2018 года было отремонтировано отделение трансплантации и хирургии. Начата реконструкция и пристройка к корпусу нового ядерного внутрирезонансного томографа. Накануне состоялось открытие после масштабного ремонта отделения травматологии и ортопедии. Наши корреспонденты побывали в Брестской областной больнице на новых площадях и убедились сами. Выздоровление в таких условиях будет проходить более успешно. Сегодня здесь уже не ощущается запах краски и стройматериалов. Ремонт, который длился полгода, завершен. Ранее травматология располагалась в другом корпусе больницы. Новоселье ждали и врачи, и пациенты. В оснащение современным медицинским оборудованием и комфортной мебелью, к слову, белорусского производства, вложено порядка 400 тысяч рублей. Главврач больницы признается, после ремонта отделение не узнать. Окрашенные в теплые тона уютные просторные палаты, в каждой отдельный санузел, новые окна, функциональная мебель. Словом, все с иголочки. Те условия, в которых они были, это были палаты по 6 коек. Для травматологических пациентов, ну, на сегодняшний день это вообще является казусом. Почему? Потому что каждый больной, который в травматологическом отделении оперируется, он требует к себе индивидуального подхода, как в прямом, так и в переносном смысле, потому что к этому пациенту надо подойти со всех сторон, оказывать ему какую-то помощь. Новое дыхание получили все помещения. По-современному выглядят гипсовый кабинет, перевязочная, пост дежурной сестры, процедурная, комната персонала и ординаторская. Есть палаты повышенной комфортности. Заведующий отделением Сергей Кисель демонстрирует в буквальном смысле слова перерожденный этаж охотно и эмоционально. Чуть позже поясняя, сегодня здесь созданы условия не только для более комфортного выздоровления пациентов и работы медперсонала, но и в целом развития больницы. В отделении травматологии, ортопедии практикуют клеточную хирургию. Новые условия позволят совершенствовать методики. Как наши IT-технологии идут впереди, то мы уходим в клеточные технологии. Вот. И поэтому нам сегодня больница позволяет, и не только позволяет, но и закупает специально и оборудование, и препараты, которые помогут нам лечить больных вот на этом уровне, на уровне клеточных технологий. Это так называемая PRP-терапия, это стволовые клетки, это клетки костного мозга. Отделение рассчитано на 45 коек, и этого более чем достаточно, ведь сегодня новые технологии позволяют проводить лечение более интенсивно. Если раньше больные находились в отделении до 3 недель, то сегодня врачи стараются сократить период пребывания пациента в больнице до 3-4 дней. Открытие состоялось в преддверии праздников. Такой подарок коллектив больницы сделал себе сам. Ремонт сделан собственными силами, ну, так называемый хозяйственный способ, но все заключается в том, что мы не привлекали никакие сторонние организации для проведения ремонта, а сделали за счет своей строительной бригады, за счет своих электриков, сантехников. Обновленные площади уже в понедельник примут своих пациентов. А единственное желание, которое загадывают медики в канун Нового года, чтобы новое отделение как можно чаще пустовало.
Вы смотрите «Итоги недели» на БукТВ. Говорим об актуальном. Заседание Брестской городской комиссии по охране труда состоялось накануне в областном центре Брещины. Подобные мероприятия проводятся регулярно. В их рамках обсуждаются актуальные вопросы защиты жизни и здоровья жителей города над Бугом на рабочих местах. Побывала на заседании съемочная группа телекомпании БукТВ. Подробности в следующем материале выпуска. С начала текущего года в Бресте произошло 23 несчастных случая на производстве, 4 из них со смертельным исходом. По каждому происшествию проведены детальные проверки и анализ. К ответственности привлечены виновные. К сожалению, основная причина, по которой произошел тот или иной несчастный случай, это, конечно, прежде всего личная неосторожность, несоблюдение трудовой и производственной дисциплины и несоблюдение элементарных мер безопасности. В 4 случаях произошло по вине нанимателя, тоже соответствующими структурными подразделениями сделаны определенные выводы, приняты определенные меры. Несчастные случаи с тяжелым исходом на производстве – важная, но не единственная тема мероприятия. Также в центре внимания оказалась деятельность специалистов по охране труда в учреждениях здравоохранения, результаты профилактических перекрестных мониторингов, организации ЖКХ и работа ЖРУ Бреста по очистке крыш и карнизов зданий от наледи. Подвели итоги деятельности мобильной группы Брестского горосполкома за 11 месяцев текущего года. В городе Бресте очень эффективно работает мобильная группа. В текущем году мы произвели 91 выезд, проверено 134 субъекта хозяйствования, выявлено 3500 нарушений. По результатам данных мобильных групп мы по каждому субъекту хозяйства выдаем рекомендации, ставим на контроль и отслеживаем ситуацию по их выполнению и устранению тех или иных причин. В ходе мероприятия не раз подчеркивалось, для сохранения жизни и здоровья брещан необходимо использовать весь арсенал мер. К сожалению, далеко не всегда несчастные случаи можно предупредить. Однако соблюдение правил и личной, и технической безопасности – это уже большой вклад в дело. И очень важно, чтобы на предприятиях работали люди, специалисты по охране труда, контролирующие эти процессы не на словах или только по документам, а на деле. Со стороны руководства города Бреста и Брестской области поставлена основная задача – это минимизировать травматизм на производстве. Поэтому наша основная задача сегодня – усовершенствовать мероприятия по охране труда и сделать так, чтобы город Брест был самым безопасным городом. Анастасия Стропко, Павел Малашонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ. Отсчет времени до Нового года в Бресте объявлен официально. Две главные елки двух крупных районов торжественно засияли, причем не просто красочно и ярко. В каждом случае авторам необычных решений удалось подчеркнуть неповторимость района, указать на его особенности и привлекательность. Традиционно представители вертикали власти, творческой интеллигенции и просто инициативные горожане стараются сделать эти праздники такими, чтобы они запомнились брещанам и гостям города надолго. Наши корреспонденты продолжают следить за предновогодними событиями и готовы поделиться с вами самым необычным и интересным. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. На текущей неделе сразу три новогодние красавицы ели облачились в переливающийся зимний наряд. Особую атмосферу празднику подарила и погода. Легкий минус и снег превратили улицы в уютные сказочные площадки. Оценили это и горожане, которые активно участвовали в мероприятиях у новогодних красавиц. Главная елка Ленинского района засияла 18 декабря. Новогодние украшения лесной красавицы, шары, в этом году необычные. Каждый с логотипом предприятия или организации. В этом году есть определенные особенности этой елки. Она украшена шарами с логотипами предприятий только Ленинского района. Скажу так, 33 предприятия участвовало в этой акции, и на этой елке находится около 400 шаров. Если внимательно посмотреть, это, по сути, все предприятия, которые есть в Ленинском районе. Новый облик в преддверии рождественских праздников получила и набережная. Красочная иллюминация преобразила улицу, превратив ее в разноцветный творческий проспект. Веселые песни, зажигательные танцы, звонкий смех, горячий чай и сладости. Для хорошего настроения здесь была не одна причина. Когда Нового года ребенку будет интересно, я так предполагаю, что будут какие-то интересные мероприятия, которые он бы захотел посмотреть. Пришли за настроением. Было праздничное. Не менее торжественно состоялось открытие московской красавицы. Праздник прошел в формате новогодней сказки, где добро, как всегда, побеждает зло. На сцене выступали талантливые артисты, а публика с нетерпением ожидала главного действа – церемонии торжественного зажжения огней главной елки московского района. Раз, два, три, елочка, гори! Для Московского района это очень большой праздник. Очень красиво украшена елка, очень красиво украшены фонари, прекраснейший фонтан. Все очень здорово. Спасибо всем,
кто занимался этим украшением, кто занимался оформлением праздника. Огромное всем спасибо. Хочу поздравить всех жителей города Бреста с Новым годом. Пожелать счастья, здоровья, любви, все-все, чтобы у вас сбылось в этом году. Светящиеся арт-объекты, разноцветные зонтики, фонтаны помогали создавать новогоднее настроение. Одни были установлены силами администрации, другие с помощью спонсоров, причем появились композиции иллюминации не только на площадке у красавицы-елки. Организации предприятия активно включились в предпраздничную кампанию, и многие улицы получили новое оформление. Основному нашему событию тысячелетия Бреста наш город стал городом света. И поэтому все предприятия подключаются, жилые дома, это в основном подсвечивается за счет средств бюджета, а организации, предприятия украшают подсветкой свои фасады. Очень красиво, все замечательно, нам очень понравилось такое настроение, что как мы танцевали с тобой. Ой, мы шли танцевали, нам очень все понравилось. Мне нравится все в плане украшений. Мне нравятся вот эти зонтики, мне нравится елка. Мне еще нравится улица Набережная, мне нравится улица Советская, как украшена. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук. Итоги недели. Новогодняя сказка постучится в эти дни в каждый дом. Главное – верить в нее, и тогда чудо обязательно произойдет. Особенно его ждут те, кто лишен возможности жить полноценно, кто проводит большую часть времени в компании близких, замыкаясь от того многообразия, которое существует вокруг. Это касается и особенных детей, но они, в отличие от взрослых, в душе не видят различий между собой и другими сверстниками. Им хочется также радоваться каждому новому дню и ждать встречи с добрым, светлым, чистым. В преддверии новогодних и рождественских праздников главы двух администраций города совместно с представителями предприятий навестили воспитанников коррекционно-развивающих учреждений районов и подарили подарки. Подробности в следующем материале выпуска. Небольшой утренник в Центре коррекционно-развивающего обучения реабилитации ВЕДА перерос в настоящее красочное представление. Его главные участники – герои, конечно же, дети. Каждый из малышей очень готовился к празднику. Выход на сцену – момент волнительный, несмотря на то, что в своем большинстве в зале все свои. Каждый шаг, каждый танец или стихотворение – это большой труд и желание доказать себе и другим – «я могу». Мы очень благодарны нашим всем сотрудникам, что они устраивают их, потому что детки их очень ждут. У нас очень мало радости у наших детей, поэтому как бы то, что происходит в центре, они все между своими детками, они не теряются, хорошо себя чувствуют. И как бы сами могут рассказывать стишки на своем языке, на своем петь, но они все это делают и как бы… Ну, это очень хорошо для них, для их дальнейшего развития, для адаптации, для всего. На праздники принято приглашать гостей, особенно тех, кто не безразличен к жизни в центре. В числе почетных зрителей спектакля глава администрации Московского района Вячеслав Дашкевич. Его присутствие в зале важно не только для ребят, которые вот-вот получат свои новогодние подарки. Для мам особенных детей и педагогов центра это еще одна возможность понять и почувствовать, что их с бедой один на один не оставляют, а всесторонне заботятся, оберегают и опекают. Каждому хочется какого-то праздника, какого-то чуда, особенно этим деткам, особенно деткам, которые имеют свои особенности в развитии, поэтому мы считаем своим долгом и в первую очередь мы посещаем такие учреждения, привозим подарки, традиционно конфеты, мандарины, чтобы хотя бы чуть-чуть сделать их жизнь лучше и веселее. Пора новогодних утренников не менее долгожданные во вспомогательной школе города. Здесь сегодня проходит обучение, реабилитацию более сотни малышей разного возраста, имеющих особенности психофизического развития. В гости на новогоднюю елку к ним заглянул глава администрации Ленинского района Геннадий Борисюк. Он не только пришел с подарками, но и сам включился в празднование. Это такая уникальная школа, она одна из лучших в республике по работе вот с такими детками. Поэтому мы каждый год, это как наша, наверное, такая задача, встречаться вот с коллективом, с ребятами из этой школы, вот проводить такие благотворительные елки. Хочу сказать, что очень много здесь и спонсоров, и шефов, которые не забывают об этих детях, потому что и дети, и родители здесь, очень такая серьезная обстановка. Наши дети, они даже самые взрослые, всегда дети. Они ждут подарков, они ждут чуда, они ждут добра и любви от людей, которые их окружают. Сегодня у нас вот такой замечательный праздник, на который придет очень много гостей, которые придут не просто так, а с подарками для наших детей. И я думаю, этот праздник станет светлым, чудесным, волшебным для всех. И для тех гостей, которые будут у нас сегодня, и для наших ребят.
Традиционно такие акции поддерживают большое количество партнеров и спонсоров, ведь чужих детей не бывает. Эти мероприятия становятся для малышей еще одной формой реабилитации в жизнь, в которой им так хочется нести добро, свет, любовь. И пусть загаданное ребятами желание в новогоднюю ночь обязательно сбудется. И в завершении выпуска блок спортивных новостей. В число олимпийских видов пляжный футбол еще не входит, но пользуется популярностью в мире не меньше, чем его старший собрат – большой футбол. Ближе всего к пляжной разновидности игры миллионов – мини-футбол. Так что команда по пляжному футболу есть практически в каждом областном центре и в крупных спортивных организациях. Ежегодно в чемпионате и Кубке Беларуси участвуют сильнейшие команды страны. С 2014-го в их число входит и брестская дружина «Продом». Чемпионат 2018 года стал рекордным по количеству участвующих команд – 10. И самым успешным для брестских пляжников футболисты впервые стали бронзовыми призерами. Накануне в зале Олимпийской славы областного центра поддержки спорта прошло чествование спортсменов. С мастерами песчаных баталий пообщалась наш корреспондент Ирина Альшова. Брестская команда по пляжному футболу «Продом», ранее известная как «Лагуна», впервые в своей 6-летней истории завоевала бронзовые медали 11-го чемпионата Беларуси в этом виде спорта. В зале Олимпийской славы собрались представители руководства области и Республиканской федерации пляжного футбола, управления спорта и туризма Брестского облсполкома, депутатского корпуса и компании «Продом», главного спонсора команды, чтобы поблагодарить пляжников за высокий спортивный результат. Последние два года пришли достаточно серьезные, я считаю, успехи. Тем более, что у нас играют практически все наши ребята. Опыта, может, у них не так много, но желания достаточно много для того, чтобы действительно, не побоюсь уже таких громких слов, прославить Брест, действительно, и проявить себя. Вот амбиций много, и эти амбиции подтверждаются упорными тренировками. В общем-то, мы получили хороший результат. В чемпионате и Кубке Беларуси брестчане не новички. В главном турнире страны участвуют с 2014-го. В прошлом году вышли в финал Кубка Беларуси, а в нынешнем добрались до полуфинала чемпионата. Решающий поединок за бронзу стал настоящей драмой. Могилевская команда «Кировск» с «Дюшор» лидировала большую часть матча. Но капитан «Продома» Дмитрий Асташеня перечеркнул надежды могилевчан. Ударом головой и шикарной бисиклетой, так в футболе называют удар в падение через себя, Дмитрий сравнял счет и перевел игру в овертайм. Дополнительное время принесло брестским пляжникам долгожданную победу со счетом 5-4 и бронзовые медали чемпионата Беларуси. Впервые в истории брестского клуба. По составу надо 2-3 позиции усилить и все. 2-3 человека будет достаточно. Костяк основной собран и все, только 2-3 человека. Пляжный футбол в Бресте активно развивается. В Центре Олимпийского резерва по футболу открыто отделение. Основной же состав, чтобы не прерывать тренировочный процесс, играет в составе команд по мини-футболу. Вместе с тем, бронза чемпионата – признак прогресса команды, считает самый опытный нападающий белорусской сборной Игорь Бриштель. 7 раз спортсмен становился лучшим игроком страны и сегодня выступает за брестскую дружину, усиливая ее позиции во внутреннем чемпионате. У нас в чемпионате Беларуси ниже уровень, там, где играю, там, в Польше или в России. Но здесь дело не в этом, а то, что помочь команде развиваться, молодым ребятам, можно сказать, уже на будущее, потому что наша сборная сейчас очень, можно сказать, 14 человек, которые кандидаты в сборную, и это очень мало. То есть нет конкуренции, и поэтому наша сборная через 2-3 года будет проблема. И поэтому здесь уже мысль идет о том, чтобы помочь и найти молодые кадры и на развитие пляжного футбола в нашей стране. Сейчас мы как заняли 3-е место, нам предлагают выступать в отборочном этапе Лиги чемпионов. Но это все зависит от финансирования команды. Есть такая возможность. И на следующий год планируем, чтобы стать первой, занять место. Не получилось, чего не получилось в прошлом году. Мы хотим чуть-чуть добавить и увеличить тот первое место. Ирина Альшова, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Специально для итогового выпуска «Бокинформ».
Город над Бугом уже давно завоевал звание самого спортивного города Беларуси. Конечно, нам не тягаться с Минском, но самому маленькому из областных центров это и не нужно. Главное, что у брещан есть богатый выбор спортивных объектов на самый требовательный вкус. К слову, на улице Московской в Бресте расположен настоящий спортивный кластер. Горожанам и гостям города всегда рады во дворце водных видов спорта и ледовом. Любители и болельщиков заокеанского бейсбола приглашают два современных бейсбольных стадиона, а поклонников королевы спорта, легкой атлетики, всегда ждут в одном из лучших крытых манежей страны. Именно сюда, в легкоатлетическое сердце Бреста, отправилась наш корреспондент Ирина Альшова, чтобы узнать, как провести время с пользой для здоровья и приобщиться не только к физкультуре, но и к спорту высших достижений. Манеж на улице Московской в Бресте по праву можно назвать легкоатлетическим сердцем города над Бугом. Спортивный объект – главная учебно-тренировочная база областной специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва и «Альма-Матер» легендарной олимпийской чемпионки «Белой молнии» Юлии Нестеренко. Здесь готовятся к соревнованиям сильнейшие легкоатлеты Бреста и региона, а сам манеж считается одним из лучших крытых легкоатлетических арен страны. Стал популярен в настоящее время бег среди людей. Пошли люди уже даже с тренажерных залов просто бегать, потому что понимают, что нужна динамика, и это больше дает положительный эффект здоровью, нежели поднимание тяжести. Поэтому народ просто приходит к нам на легкоатлетическую арену для того, чтобы побегать. Вместе с тем, инфраструктура легкоатлетического манежа предлагает большой спектр услуг, воспользоваться которыми может любой желающий. Для занятий спортом и физической культурой здесь задействованы все удобные пространства. В холле манежа для любителей крученных подач и метких ударов установлено 7 столов для настольного тенниса. Гибкий график работы и удобные расписания позволяют заниматься этим видом спорта с раннего утра до позднего вечера. Здесь вообще-то освещенность хорошая, столы теннисные, сетки хорошие. Вот. Ну, в общем, нормально. В общем, все устраивает. Раздевалка рядом. Все, как говорится, все нормально. Вон напитки есть прохладительные. Во всем удовлетворяет. У меня через полгода будет 62 года. Вот мы с Сашей ходим регулярно, где-то раз в неделю ходим. Вот. Мы с ним, кроме того, ходим на коньках еще кататься и в бассейн еще ходим. Здесь очень удобное место для времяпребывания. Здесь можно чай, кофе, поиграть в теннис, отвлечься от своих проблем. В игровой зоне спортивного комплекса расположены несколько площадок для любителей ракетки и волана. У бадминтона, который, кстати, входит в программу Олимпийских игр, в Бресте много поклонников. Корты в манеже пустуют редко. Здесь расположен и самый современный в республике скалодром «Вершина». Для любителей экстремального отдыха опытные инструкторы подберут маршрут по силам. Если приходит к нам семья, есть возможность определить ребенка в секцию для занятий ушу, карате. Если же это девочка, могут они заниматься в студии «Черный лотос» или же художественная гимнастика. Практически с 3-4 лет уже набираются в эти секции дети. А в это время папа с мамой могут провести, как я уже сказал, на легкоатлетической арене, в тренажерном зале. Если они увлекаются экстримом, есть скалодром «Вершина». Смело можно сказать, что это один из лучших в Республике Беларусь. Вот, тоже можно испытать и такие чувства. Особая тема – беговые дорожки. Объект строился для профессиональных атлетов с учетом всех требований спорта высших достижений. Поэтому любители наматывать круги под открытым небом в летнее время – здесь частые гости в осенне-зимний период. Условия в манеже позволяют использовать беговые дорожки и зону свободных тренажеров для всех желающих приобщиться к легкой атлетике. Здоровый образ жизни в настоящее время популярен. Это не просто слова, а это видно по количеству детей, которые приходят к нам. И начиная уже со середины августа поступают звонки, возможно ли к вам записать детей. Популярность набирает бег, и мы это видим по тем пробегам, которые прошли в Бресте. Занятия спортом, они дают и здоровье, и времяпрепровождение,
и правильное воспитание. Понравится в манеже и любителям сауны. Здесь их две. Невысокие цены и великолепный уровень сервиса делают этот вид оздоровления как приятным дополнением к основным тренировкам, так и самостоятельной услугой. Поклонники здорового образа жизни знают, что сауна – великолепный способ расслабиться, например, после силовых занятий. В тренажерном зале Брестского легкоатлетического манежа работают опытные инструкторы, которые помогут не только с выбором удобного расписания занятий, но и подберут правильную программу тренировок вместе со специальным питанием. Мы работаем непосредственно с клиентом час-полтора. Что входит в это? Разминка, тренинг, советы по питанию. Естественно, мы ставим технику выполнения упражнения каждого, контролируем выполнение самого упражнения. И кардионагрузка здесь должна быть в обязательном порядке. Разминка, заминка. У каждого своя цель посещения. Кто хочет согнать лишний вес, кто хочет набрать мышечную массу, кто хочет развивать силовые возможности. На многочисленных спортивно-тренировочных площадках манежа гармонично совмещаются и спорт высших достижений, и любительские занятия. Просторные залы приглянулись тренерам детских групп эстрадного ансамбля «Черный лотос» и студии художественной гимнастики «Лучики солнца». Здесь детвора развивает свои таланты, учится спортивной дисциплине и получает первые творческие навыки. А еще в спортивном комплексе есть уютное кафе, где можно перекусить после тренировки, выпить чашку кофе с друзьями и приятно провести время. В легкоатлетическом манеже знают много способов, как сделать тело красивым, дух бодрым, настроение позитивным. И этими полезными секретами готовы поделиться. Ирина Альшова, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК ТВ. Это были итоги недели на БУК ТВ. Смотрите нас в эфире в 19:40, 22:50 утром, в 7:15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события и факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни, но независимо от метеопрогноза, в любое время года и в любую погоду умейте радоваться жизни. Ищите в каждом мгновении положительный момент и чаще улыбайтесь. Тогда у вас все получится. Я, Виктория Нечаева, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 23 декабря республика будет оставаться во власти циклона, постепенно уходящего с территории Беларуси на Брянскую область России. В Бресте в ночные часы будет идти мокрый снег. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха в течение суток 0+2 градуса. 24 декабря погоду будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Облачно, снежно и даже с метелью пройдет понедельник. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. В течение суток температура воздуха будет неизменна от 0 до 2 градусов со знаком минус.